Крах научного исследования. В Каннском районе осужден мужчина, у которого был изъят почти трехметровое наркосодержащее растение. Ранее судимого 46-летнего жителя деревни Ашкаул навестили сотрудники полиции. В ходе делового визита правоохранители поинтересовались его образом жизни, ведением хозяйства и обнаружили много интересного. В гараже просушивались листья и стебли наркосодержащего растения, а в доме нашли приготовленную для курения смесь табака с запрещенным веществом. Когда осмотр перешел в ограду, стало понятно, откуда у него на случай разыгравшегося аппетита мог появиться свежий наркопродукт. А в теплице полицейские обнаружили тот самый чудо-куст, который по всем параметрам больше походил на дерево. Сельчанин пояснил, что растение появилось в парнике случайно, возможно, семя было занесено землей. Изначально он просто хотел понаблюдать за развитием ростка и проверить свои способности в научном ведении сельского хозяйства. Но тянувшееся к солнцу соцветие манило попробовать плоды труда. Дурманящее средство мужчина использовал исключительно для личного употребления. Наблюдателя задержали. Его научные труды вместе с собранным на пробу урожаем сотрудники ОВД направили на исследование. Согласно экспертизе, у жителя района было изъято более 1,5 килограмма психотропного средства. Сам же куст содержал в себе свыше 5 килограммов запрещенного растения. В настоящее время любитель-агроном признан виновным. Он понесет наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Если в течение испытательного периода осужденный проигнорирует судебное решение и совершит противоправное деяние, то условный срок обернется реальным.